Добрый день, дорогие друзья, и с вами снова я, Виктория. Сегодня мы будем готовить праздничный салат. А салат у нас будет в виде мышки-крыски, потому что скоро Новый год, и символом этого года будет металлическая крыса. Готовится он очень просто. Полное количество продуктов вы найдете в описании под видео. И также не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить новые интересные оригинальные видео. Сначала я отварила картофель, яйца и куриную грудку. Затем очистила яйца. Очистила картофель и огурец. Нарезаю маленькими кубиками огурец. Куриную грудку как можно мельче. Яйцо отделяем желтки от белков. Нарезала соленый огурец. На терке натерла белки. Мелко-мелко нарезала желтки. Маленькими кубиками нарезаю картофель. И начинаю выкладывать все слоями. Формирую овощи под тушку нашей веселенькой мышки. Первый слой картофель. Солим его. Делаем сеточку из майонеза. Затем выкладываю соленые огурцы. Куриное филе, свежие огурцы. И все время делаю такую как тушку. Огурцы подсаливаем. Сверху выкладываем зеленый горошек. Опять делаем сеточку из майонеза. Сверху накладываю желтки. Все равномерно распределила. И последним слоем у нас будут белки. Белки аккуратно распределяю по всей мышке. Мышка должна у нас быть беленькая, потому что год металлической крысы. Как же это можно сделать? С помощью натертого сыра. И нарезаем глазки. Глазки из черных оливок. И носик. Аккуратно все укладываем на тушку мышки. Усики и хвостик я сделала из петрушки. Также это можно сделать из укропа. И делаю ушки. Из любой колбаски вы можете сделать ушки. И аккуратно вставляем ушки в головку мышки. Вот такой веселенький салат у нас получился. Это очень прикольно и также подойдет не только для этого Нового года, но и для любого другого праздника. Обязательно попробуйте, он готовится просто и быстро. А я вам желаю хорошего настроения, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, делитесь видео с друзьями, пишите мне свои комментарии. А я вам желаю прекрасного дня и приятного аппетита. С вами была Виктория, до новых встреч!